вами Настя Зотова, и с нами сегодня Эва! Здорово! Опять на моем ролике, да! И сегодня у нас будет такой ролик, насколько мы хорошо нас знаем. Да, на самом деле мы достаточно долго не виделись, потому что да. Она жила в Москве, а я в Санкт-Петербурге, а сейчас она ко мне приехала. И у нас будет такой ролик, что сначала у нас будет типа проверка такая, что я сначала, Эва будет уходить, например, в другую комнату, я буду говорить, например, Эвин любым цветом какой-то такой-то, а мой любимый цвет какой-то такой-то. Потом будем типа меняться местами. Да. И потом она будет говорить там, это мой любимый цвет уже вот такой-то такой-то, будет смотреть, я угадала или нет, а и мой любимый цвет, и Настин любимый цвет, там какой-то такой-то. Да, я считаю, это на самом деле будет очень интересно. Да. Смотрите до конца. Да, и так что начинаем! Сейчас Эва ушла в другую комнату, она меня не слышит. Сейчас у нас тема цвет. Мой любимый цвет это фиолетовый, а Эвин любимый цвет... Слушайте, надо вспомнить. А Эвин любимый цвет вроде розовый или белый. Итак, Настя сейчас ушла из комнаты. Итак, мой любимый цвет розовый, Настя любимый цвет фиолетовый. Теперь у нас тема еда. Моя любимая еда это чизбургеры, бургеры, короче, Макдональдс. А Эвина любимая еда это... Мне кажется, Эвина еда любимая это пицца. Моя любимая еда это пицца. А Настя, я думаю, бургеры. Сейчас у нас тема, я уже сама даже забыла, у нас сейчас тема, что мы любим делать. Я люблю снимать видео для вас, люблю снимать разные ролики в YouTube и все такое. А Эва любит есть, да. Ну, я тоже люблю есть, конечно, это ее хобби. Итак, мое хобби это есть, а я думаю, что у Насти хобби, ну, снимать ролики, наверное, ну, по логике. Тема, какая самая у нас нелюбимая еда? Моя нелюбимая еда это, например, томатный сок, да. Я не люблю томатный сок совсем, вообще не люблю. А Эва не любит, например, козье молоко. Ну, не знаю, например. Итак, моя нелюбимая еда это овощи, все абсолютно. А Настя, я думаю, брокколи. Сейчас у нас тема с Эвой. И мы хотели стать в детстве, короче. Я хотела стать в детстве по плаванию в бассейне, то есть стать тренером по бассейну. А Эва хотела стать певицей. Я помню то, что Настя в детстве хотела стать пловцом профессиональным. Я даже не знаю, как сказать это. А сейчас у нас тема наша любимая прическа. Моя любимая прическа это пучок. У Эвы любимая прическа это... например, у Эвы это простой хвостик или кудрявые волосы. Итак, моя любимая прическа это хвостик, но я знаю то, что у Насти, хотя она никогда эту прическу не делала, ее любимая прическа пучок. Вот, она мне об этом говорила в прошлом году, а сама об этом не помнит.